России. Привет всем! Сегодня мы работаем с автомобилем КАМАЗ, с обыкновенным 8-цилиндровым V-образным двигателем КАМАЗ, с бошевским ТНВД рядным 7100. Машина не заводится, стартер крутится. С турбинки льется масло. Турбина конченая. Двигатель с обыкновенным бошевским насосом рядным. Вот она. Ну, сначала необходимо все осмотреть, чтобы делать какие-то умозаключения, как машина эксплуатировалась и что с ней не так. Хорош! Да, вот диагностика у него обнаружилась вот здесь. Стартер крутит, машинка не запускается. Сейчас посмотрим, что случилось. Зарядный. Ну вот вы видите, бьет ошибку практически по всем датчикам на двигателе и по блоку управления. Но не нужно делать предварительных выводов. Смотрите, в каком состоянии аккумуляторы находятся. Ну а дальше пошли смотреть предохранители. На предохранителях увидели огромнейший, мощнейший жучок. Ну и в таком же окислении все предохранители. Соответственно, никакого контакта здесь хорошего нет. Вот показываю водителям, вот под этой крышечкой всегда есть предохранители запасные. Ребят, не надо делать никаких жучков. Ну, соответственно, все помыли, почистили, все привели в порядок, поставили на место, вот так это все выглядит. Автомобиль завелся. Вот все, что осталось у нас. Ну и сейчас я покажу, как можно прозвонить ТНВД. Значит, открываете импровизированный столик между двумя сидениями, находите блок управления, снимаете ножку А контактную, это со стороны пассажирского сидения, и прозваниваете контакты 33, 34 и 35. Ну, ставите сопротивление на мультитестере 200 Ом, ну и смотрите, что получается. Вот у меня есть такая подсказочка, чтобы не искать долго и не вспоминать, как это выглядит. Вот я вам сейчас ее покажу. Вот видите, какие контакты, какое сопротивление. Соответственно, я вам эту подсказочку оставляю, может быть, она кому-нибудь пригодится. А вот этот штекер круглый, это уже на самом ТНВД находится. Сейчас я вам покажу, в том числе, как он тоже прозванивается. Но, опять-таки, повторяю, вот это вот, как прозванивается ножка А от блока управления. А вот здесь вот мы уже переходим с правой стороны на то, как прозванивается само вот это вот круглое соединение штекерное на ТНВД. Ну, соответственно, читайте, смотрите, может быть, впоследствии кому-то это пригодится. Ну и, соответственно, когда существует потеря напряжения, вот здесь на ТНВД с правой стороны по ходу машины есть запорный клапан. Когда зажигание включаете, на нем образуется 24 вольта. Клапан открывается, доступ топлива осуществляется к ТНВД. Когда потеря напряжения существует, то, соответственно, этого ничего не происходит, что у нас по факту и было. Ну, осматриваем дальше машину, смотрим, забитый фильтр, грязная солярка. Все, как всегда, за машиной не следили, к сожалению. Что называется... Не шмогла я, не шмогла. Машина-то ни в чем не виновата, она старалась.